Добрый день, ребята. Приглашаю всех опять на прогулку. И сегодня мы пойдем в парк. Посмотрите, сколько много людей в старом городе. И вот я попалась на одну девочку. Вот она танцует в старом городе. Я считаю, что любым музыкантам, вот, особенно если это молодые люди, там студенты какие-то, обязательно надо дать заработать. Вот. И в одной программе я даже слышала, что за 3 дня девушка, которая играла на флейте, она заработала на целый месяц. Ты прошел по кекшитос, Катяс? Порялес? Ага. Я говорю, вена скайноя по 5. Ага. Хотя по 11 туртуалес. Катя, ну-ка, сужувите. Имкит, у нас дабар авторе погамина, у нас че символис. Дабар я у не гамин, ты имкит, его потику, я вискас. Išparduosim kolekciją, nebus. Aha. Čia, žinot, šių metų simbolis, katinukas ir zuikis. Žinau, žinau. Jo, jo. Вот это наш дворец, этнодворец. Ну, не наш. Хочу себя поправить. В Литве, в Вильнюсе. Это на два раза. А то мне один мужчина пишет, все это у нее наше, наше, наше. Мой любимый магазин. Тут керамика. Тут семья. Муж с женой открыли этот магазин.
с утра у нас было минус 5, а сейчас, кажется, где-то, может, минус 2. Так, ну, вообще-то, вот эта вот парочка 10 евро. Ну, такие сейчас у нас цены. Смотрите, вот такая арка. Вот такой вот сегодня солнечный Вильнюс. Так, здесь какая-то выставка. А, и вот я хочу показать вот здесь вот ресторан Берняли-Учи, да? И помните, у меня есть видео, показывала в центре города. И вот на старом городе открылся второй ресторан. Вот он такой. Кстати, здесь неплохая кухня. Никогда там не было. Никогда там не было, но может будет возможность туда сходить. Надо как-то с мужем сходить. Вот это тоже вот Пелескотпедели. Это тоже ресторан национальной литовской кухни. Раньше здесь было блины. Вот этот вот знак, вывеску вот эту и даже не сняли. Такая была блинная, и такой квадратный стол, садишься, и у тебя на глазах пекли блины с разной начинкой, какой ты хочешь. Ну и вот сегодня выходной, и многие повыходили в город. И как я вам обещала, мы сейчас пойдем но не в парк, не совсем в парк. Ну, вот чуть-чуть пройдемся. Там открылась какая-то мороженое, которое было при советской власти, и она была закрыта долгое время. Сейчас ее открыли. Ну, просто хочу пойти посмотреть. Ну, видите, город как бы ожил. Вот здесь хрустум, это приклеили, то есть это, ой, не знаете, иногда мне тяжело перевести, как это, где пекут булочки, вот булочки, и так, здесь и итальянские деликатесы, хрустум, а как это перевести? Пеклели. Вот не могу, вот, понимаю, что это, а перевести не могу. Смотрите, как много людей. Просто вот люди вышли с детьми, с собаками, вот покупают кофе на вынос, идут прямо с кофе. И вот так литовцы отдыхают и проводят время. Поднялся какой-то ветер. Посмотрите. Хотя я снимала вот позапрошлые выходные. Помните, когда был снегопад? То же самое было. Я говорю, литовцев плохой погодой не напугаешь. Так, и сейчас мне надо перевести дорогу. Я, наверное, пройдусь там чуть-чуть в парк, покажу. Сейчас вот тут зажегся красный свет.